Что такое школа? Это усердное занятие, туго набитый учебниками портфель, подготовка к экзаменам, постоянный труд. Но школа – это еще и интересные загадки, веселые перемены, открытия, поиски и радость. Именно такой, интересной, необычной и радостной, русская православная школа города Краснодара стала в один из дней на проходившей неделе литературы. Мы погрузились в атмосферу 19 века. Мальчики стали лицеистами Александровского лицея, а девочки – воспитанницами Рождественского института благородных девиц. День начался с участия божественной литургии, где пел наш школьный хор. А затем этот необычный день продолжился необычными уроками, о которых возвестил не привычный звонок, а заливистый колокольчик. Лицеисты изучали естествознание, риторику, арифметику, живопись. Фехтовали и обучались хорошим манерам на уроке этикета. Благородные девицы занимались в танцевальном классе, стараясь исполнить сложные па. Девочки учились каллиграфии и словесности. На уроке рукоделия вышивали на пяльцах. После уроков все собрались в зале духовных бесед на небольшой бал и любовались полонезом, который грациозно исполняли воспитанники младших классов. День завершился.
но очень хочется, чтобы ученики Русской православной школы почти вслед за Пушкиным могли сказать: «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам – Русская православная школа».